Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны Александр Куренков открыл 15-й международный салон «Комплексная безопасность». Парки «Патриот» на полигонах Апаринки и Ногинского спасательного центра МЧС России представлено свыше 260 образцов техники и передового вооружения от МЧС России и 230 организаций. Более 10 тысяч квадратных метров демонстрации всего спектра профессий ведомства, а также сотни мероприятий в научно-деловой программе, еще 75 в демонстрационной. В рабочем графике Александра Куренкова ряд встреч с главами чрезвычайных ведомств государств-партнеров. Почти 200 представителей из около 40 стран и 8 международных организаций стали гостями и участниками мероприятия. Республику Дагестан в работе салона «Комплексная безопасность», которая проходит в подмосковной Кубинке, представляет делегация во главе с начальником ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариманом Казимагомедовым. От региона представлены две палатки с макетами и стендами ситуационного центра региона, а также 4 единицы техники, мобильный узел связи, передвижной пункт управления, аварийно-спасательный автомобиль на базе сети «Уран», аварийно-спасательный автомобиль на базе «Газель-Садко» «Водолазный».